что? Не надо все расстегивать, а то ты будешь... Тут нельзя. Коль, Коля, Коль, мы в аэропорту. А? У меня же майка. Если бы у тебя была майка, то тогда бы ты мог расстегнуть. Ну, одну надо оставить, окей? Это у тебя, дядя, плит. Смотри, видишь, тут никого нету, кто без рубашки. У всех или майка, или рубашка. Понял меня? У меня есть куртка, и у меня поэтому есть рубашка, папа. У тебя вообще двойная. А мне надо снять вот это. Ты можешь снять верхнюю. Окей. А другой нет. Ты, Лен, не трогайте ничего. Ой, ой. 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 Сейчас тебя заберут в полицию. Давай я помогу тебе. Тащи ее. Опа. Я вижу Нину. Но ты не можешь видеть Нину. Где? Она смотрит на телевизор. А? Она смотрит самолетик. Нет. Нины да. Тут нету. К сожалению, Нинка уехала от нас. Ну только держи, я носить не буду. На. Иди до баби Люли. Коля, ты просто так красиво оделся. Нет. Да. Но ты одет really cool, dude. Не надо... Ну, Коль, все. Я сказал нет. Ты понял меня? Я могу тебе... Хочешь, я тебе подверну рукава? Теперь ты застегиваешь? Что ты делаешь? О, баба Люли что-то получила, смотри. Значит, профессионал по аэропортам. Коль, не ковыряй в носу. Сломаешь палец, вот там останется торчать. На экскаватор? Да. Мы не можем на экскаватор идти. Мы получим. Мы идем на экскаватор. Пойди на экскаватор. Коль, перестань сосать палец. Сломаешь, он там останется у тебя. Пас. А для сумок? А? А сумки? А для сумок надо взвешивать? Не. Ее прямо тут можно, и вот туда, но куда-то. Как? А как же ее не взвешивать? Я, ну, сейчас... А так а сумки надо было. Они вас ничего не спрашивали про сумки? Они спрашивали про сумки. И что ты сказала? Я не знаю, что я сказала. Они мне boarding pass напечатали. Так а для сумки надо хреновину напечатать? Сейчас я пойду спрошу у тети. Окей.